Да. Добре, посвящаю Яшенко. Еще раз, кто вы такой? Старший в НАН полиции. Документы, представьте, служебное удостоверение. Не знаю, щось, я не розумію. Ты... Але немає удостоверения. У вас должно быть служебное удостоверение. Немає такого. Тогда все, всего на доброго, мы поехали тогда. Кто вы тогда что такой? Удостоверение? На украинской мове? Чи що це таке? Я не розумію цього слова. То есть я говорю еще раз, по-моему, по-русски. Я не, родом сам хочу, с Таджикистана, живу в Украине. Ну понятно, но ты обязан, ты на работе. Ты на работе. Ты на работе. Слышишь? Вот все, бачите, у меня ну, есть УБД. Вот, вот, вы УБД маете. Чему вина? Чему вина? Мы с Харкова едем. Ну за мову. Да слушай, да никакую за мову. Что ты нам рассказываешь? За какую мову? За какую мову? Ничего не тяжко говорить украинским, пацаны. Я же тоже в Украине. Ты на работе находишься. Мы же в Украине живем, потому что... общаться с нами. Ну, мы, ты обязан с нами общаться на доступной нам языке. Ты на службе. Не буду говорить. Мы, ну а мы разговариваем, так мы там живем. Да. Переходите, да. Вы украинцы? Ну смотри, мы, вы, я родом с Таджикистана. Если мы разговариваем мы, с собой, мы не меньше украинцы, чем ну, вы. Пацаны, мне стыдно, вы из Украины, вы говорите на украинском. А нам стыдно, что ты до нас доебался, блядь. Лучше, мне стыдно. Мне стыдно, что ты до меня доебался, понял? Что, дурак ты? Дурак это ты, понял? Дурак это ты в данной ситуации. Ты на работе. Ты на работе. И что? Что значит ты что? Ты что такой? Без служебного удостоверения? Ты вообще сдурел, блядь. Ты сдурел вообще, говорю. Слушай, значит, слепой документ пока не показал, ты с базара охране, понял? Ты. Слышишь? Ну який документ? Бородач, блядь, иди отсюда, вон. Давай с вами разговариваем. Потеряйся, давай. Слушаем вас. Документы предоставьте. Кто вы такой? Нет, документы. Я вообще не понимаю, кто вы такие. Служебное удостоверение. Давайте спокойно показывайте удостоверение.